В Австралии устроили бега крокодилов, жаб и лягушек. Для участия игроки приобрели молодых крокодилов длиной не более полуметра. Это стандарт. А чтобы было легче отличить друг от друга, повязали ленты разных цветов. Вторым номером программы стали соревнования крупных жаб. Их владельцам пришлось ползти за своими питомцами по пятам и дуть на них, чтобы ленивые земноводные не стояли на месте, а двигались в нужном направлении. А после жаб состязались австралийские лягушки. Посмотреть на необычные соревнования собрались сотни зрителей. Ну а организатор турнира Иэн Слоэн заявил, лошади – это вчерашний день, будущее за крокодилами.